Сегодня я хочу поздравить вас с первым днем лета. И сегодня Международный день детей, защиты детей. Не должны родители забывать, что наших детей нужно защищать. Этот день, говорит, еще раз напоминает о наших детей, радость наших детей, что мы должны их воспитать хорошими, надежными людьми, чтобы они были в дальнейшем хорошими тоже родителями, чтобы было у них хорошее детство, что в нашей стране очень много наций. Несмотря на этот праздник, все дети одни бывают только одни, несмотря на нацию, несмотря на веры. Все это нас скрепляет, поэтому дети — это наше все, это наше светлое. Жизнь без детей неинтересна, поэтому я писатель Амани и хочу пожелать нашим детям, чтобы они росли здоровыми, умными, читая мои сказки. Они тоже не помешают детей правильно воспитать наше время, вырастить и через эти сказки тоже донести до детей. Это тоже свое идет, как защита детей. Вот хочу вас всех поздравить. Спасибо детскому магазину «Мама, почитай». И сегодня представляем эти две книги «Волшебный мир Даниэла» и «Радужные рыбки Дарья». Бүгін бір әдемі күн болды, халықаралық балалар қорғау күнінің аясында. Қазақстандық жас автор Жан Аманидің екі ертегісінің желісіменен әдеби кеш өткізілді. Кішкентай бүлдіршіндермен бірге олар өздерінің кітапты оқығандықтарын көрсетіп, сурет салып, сұрақтарға жауап беріп, әндерін айтып, түрлі жарыстарға белсенді қатысып отырды. Кішкентай балалармен өткізген шаралардың бәрі өзі адам көңіліне әдемі сезім ұялатады ғой. Сондай сезімде тұрмыз, мен кішкене толқып тұрмын. Ең бір қуаныштысы біздің қаланың орталығында көрініп тұрғандай «Мама, почитай» деген әдемі дүкеннің ашылғаны біздің көңілімізге үлкен қуаныш орнатады. Бұл екі жас отбасының құрған дүкені. Келіңіздер, көріңіздер, қазақша кітаптар керек болса да, ағылшын тілінде кітаптар болса да, осы жерде табасыздар.